Привет, дорогие друзья и зрители канала Sketching Start Draw. Меня зовут Стас. В этом видеосюжете я вам покажу рисунки, которые мы будем делать в нашем последнем курсе, который называется Sketchbook. Этот курс я придумал специально для людей, которые любят рисовать в скетчбуках, вести скетчбуки, артбуки и рисовать всякие интересные сюжеты на абсолютно разной тематике. Итак, давайте посмотрим, что же входит в этот акварельный скетч онлайн курс. Сюда входят, значит, стеклянные предметы, бутылки, рома. Также, конечно же, рисование фигур людей, куда же без них. Это линейный рисунок, законченный будет выглядеть вот примерно вот так. Мы поучимся делать красивые такие перетекания цветов, рисовать методом сухой кисти. Короче, делать всякие разные такие спецэффекты при помощи обыкновенной акварели. Двигаемся далее. Порисуем, конечно же, ретро-автомобили. Автомобили рисовать вообще очень интересно, а ретро-автомобили особенно круто. Поэтому нарисуем вот такой прикольный автомобиль. Так, двигаемся дальше. Это предметы. Мы будем рисовать всякие разные и крупные объекты, и мелкие объекты. Это вот старинные дверные ручки в виде скульптурных изображений, которые тоже интересно будет порисовать. По следам Индианы Джонс, это такой прикольный видос, который, даже видеоурок, который я включил в состав этого курса, где мы порисуем храм в городе Петра и на территории современной Иордании, вот, где вы помните, в вымышленном городе Александрате Индиана Джонс нашел Грааль вот именно в этом вот храме. Порисуем его. Пизанская башня, городские пейзажи, куда же без них. Порисуем Пизанскую башню. Вот, ну и вкусняшки. Все любят рисовать вкусняшки, потом их есть после процесса рисования. Поэтому нарисуем пирожное, вот с ягодами, прикольно их так повырисовываем. Последний урок будет посвящен технике работы акварелью в очень такой вот живописной манере. Порисуем небольшой натюрмортик, подпишем его. В общем, дорогие зрители, присоединяйтесь к онлайн-курсу по акварельному скетчингу Sketchbook, где за 10 занятий вы сделаете 8 скетчей, освоите технику рисования акварелью и получите удовольствие от рисования. В этом я уверен. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. С вами был Стас, до следующего видео. Пока.